Открытие атомной энергии стало существенным шагом вперед в науке. Впрочем, человек всегда умел не только созидать, но и разрушать. Казахстан всегда поддерживает идею создания глобальной системы ядерной безопасности, которая позволила бы эффективно следить за нераспространением ядерного оружия согласно четким международным нормам для мирного и безопасного использования ядерной энергии. В честь визита министра энергетики Каната Бузумбаева в Вашингтон прошел прием с участием официальных и деловых кругов США, организованной Казахстанско-американской деловой ассоциацией при поддержке посольства нашей республики в США. Поездка проходит в рамках подготовки официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Америку в январе будущего года. Были проведены встречи руководителями американских компаний атомной энергетики, нефтегазового сектора и нефтехимической промышленности. Также состоялись встречи с руководством Государственного департамента, с министром энергетики США Риком Перри, который является сопредседателем совместной комиссии по энергетическому партнерству между двумя странами. У нас очень широкие, большие планы по работе, по переводе наших двух реакторов на высокообогащенного топлива, на низкообогащенного топлива. На сегодняшний день уже изготовлены прототипы как для ИВГ, так и ИГРА. И мы приступили к сегодня очень важному этапу по испытанию двух тепловыделяющих сборок на реакторе ИВГ. Провели уже третий успешный пуск, всего предстоит 30, и совместно с нашими американскими партнерами, при помощи наших партнеров из России, мы планируем где-то через 2-2,5 года перевести реактор ИВГ с высокообогащенного топлива на низкообогащенное.